И снова здравствуйте, дорогие мои зрители и гости моего канала. С вами Татьяна Егорова-Речкалова. Покажу сегодня вам немного, не буду отнимать у вас вашего драгоценного времени много. Вот у меня осталось со вчерашнего дня две ниточки аква. Вот такие шикарнейшие ниточки. Вот так, по 3000 рублей. Гигантские просто, вот по своим размерам галтовочка. Прозрачная. Вот, смотрите, какие кристаллы прозрачные. И вот она идет на убывание. 53 сантиметра длина каждой ниточки. Стоимость 3000 рублей. Покажу я, что у меня осталось нефрита. Вот такие браслеты. Значит, весь нефрит. Восточно-саянское месторождение. Наш российский нефрит. Смотрите, какая красота. И весь он идет с эффектом кошачьего глаза. Значит, браслеты, диаметр бусин 9,5 миллиметров, идут на 17-18 размер, ну и на 19 тоже. Смотрите, они на резиночке, вот так, только нефрит, никаких бусин. Изготавливался специально в лечебных целях. Смотрите. Только нефрит. Стоимость браслетика вот такого 2000 рублей. Далее. Вот такие бусы. Сейчас попробую близко-близко показать вам. Вот они. Вот, светятся. Смотрите, бусы полупрозрачные. Красота невероятнейшая. Просто невероятнейшая. Смотрите. Прям близко-близко хочу показать вам все нюансы. Вот они. Вот они, бусы. Эффект вот внутреннего, с эффектом внутреннего свечения. Так, сейчас что-то ушел у нас. Вот он. Вот смотрите, с эффектом внутреннего свечения. Вот кажется, что свет идет у них изнутри. 8 миллиметров диаметр бусины, 45 сантиметров сами бусы. То есть вот кому-то они будут прямо вот по шеечку. 56 бус в ниточке, стоимость ниточки 5000 рублей. Вы знаете, рассматривать можно вот... Вот сидишь и просто перебираешь, и он теплый в руках. Вот, смотрите, вот он, эффект кошачьего глаза. У меня, кстати, вот были вопросы. У меня остались два подвеса из нефрита кошачьего глаза. С эффектом кошачьего глаза. Вот смотрите, вот такие два подвеса. Красота тоже невероятнейшая. Вот так. Ой, ой, ну, кому-то понравился. Вот. По 3500 рублей. Так. Эта ниточка стоит 5000.
Следующий у нас размер — это 9,5 миллиметров. Диаметр бусины тоже покажу близко-близко. Смотрите, вот они. Вот такие шикарнейшие бусы. Вы знаете, вот огромнейшее удовольствие носить их на себе. Просто вот физическое удовольствие доставляет. Не знаю почему, честно, всегда была равнодушна к нефриту. А тут вот зацепил. И девчонки мои прям к нему. И браслетиков себе понабирали, и бусичек повыбрали. Ну, они, понятно, меленьких. Вот, смотрите, вот как отличаются. Вот меленькие, вот они светятся. Понятно, что здесь больше диаметр, и они уже другие. Толщина большая, и вот этот эффект, он свечение, он присутствует в меньшей степени вот в этих бусах, но тоже имеет место быть. 46 сантиметров длина нитки, 48 бусин, 6000 рублей. Красота, конечно. Смотрите, как интересно подобраны бусы. Вот они, очень симметрично. Бусины сами. Вот так. Вот. Красота. Так, и вот такие гиганты у меня есть. Смотрите, тоже с эффектом кошачьего глаза. Прям близко-близко покажу. Вот они. Вот. 11,5 миллиметров диаметр бусины. Повторюсь, восточно-саянское месторождение. Смотрите. Вот только что подвес был вот такого оттенка. Вот, смотрите. Вот он. Вот. Вот. 45 сантиметров длина бус. 40 бусин в нитке. В нитке 40 бусин. Смотрите. Шикарнейшие, просто сказочные бусы. 8000 рублей стоит эта красота. Вот так. Вот они. Так, с нефритом все. И теперь хочу показать вам, так, браслетик вот сюда. У нас с вами тут тоже порядок был. Вчера пришла маленькая посылочка от мастера Романа. Вот два колечка у меня осталось с предыдущего видео. Хочу напомнить, может быть, кто-то постеснялся спросить. Размер 19, родонит. Очень стильный, конечно. Стильное колечко. 1700 рублей. И вот такой сокол. Кабошон, обратная сторона. Размер 19. Я могу уменьшить немножко, могу чуть-чуть увеличить. Уменьшить прям хорошо могу, конструкция позволяет. Сказочный, просто сказочный. 1700 рублей. И пришли у меня вместе вот с заказами. Там заказы были на изготовление. Так, не покажу я. Наверное, нужен фонарик нам с вами. Это называется кварц с включением Шерла.
Красота невероятная, еще и блестит и переливается. Размер 19. Вот так. Фантастическое кольцо. 2300 рублей. Филигрань просто невероятная. Вот эта паутинка, конечно. Вот и обратите внимание на чистоту изготовления. Нигде ни пайки. Вот так. 2300 рублей. Родонит. Фантастический, пейзажный. Камень просто вот смотришь и смотреть хочется. Завораживает. Вот такие боковиночки у нас с вами. Вот такая работа. Обратная сторона. Размер, смотрите, 21. 2300 рублей. Вот так. Эта фантастика называется аметист. Посмотрите, какого качества камень. Даже не аметист, он аметрином идет. Смотрите. Вот такие, такая работа. Размер этого шедевра 22. Вот так. Стоимость 2300 рублей. Аквамарин. И тоже в таком исполнении. Показываю работу. Вот она. Размер аквамарина 19,2. Вот такой шедевр. 2500. Просто фантастический афганец, лазурит. Качество камней, вы знаете, вот у мастера Романа, ну, понятно, он сам огранщик, он видит, что можно выжать, так сказать, из камня. Просто вот слов нет. Две пятьсот. Еще и в такой работе. Ну и совсем уже шедевр. Вот такой агат. С двойными глазами. От сглаза будет работать вот очень мощно. Очень мощный камень. Вы знаете, вот энергетика. Вот даже через камеру вот я чувствую. Вот такая красота. Смотрите, смотрите, какой эффект. Вот он. Видите? Вот такой
эффект у Агаты. Первый раз вижу. Вот он, чтоб менялся вот так рисунок. Вижу первый раз. Так, размер этой фантастики 21. Очень редкие вещи. 2500 рублей. На этом я хочу закончить свой сегодняшний показ. Ну и на планшеточку по традиции хочу положить еще и вот так, и два подвесика. Пусть полежат. Хорошего вам дня. Будьте здоровы. Всего вам доброго.